красиво. Да выключили. За приезд. Давай, да. Спасибо. Спасибо. В России. Спасибо за приглашение. Пошло обсуждение подготовки к рыбалке. Погляньте, сколько выставили удочек. Поменяешь, крутишь это, берешь это и начинаешь ловить. Ё-моё. Помахайте всем. Кому это? А не знаю. Интернет. Помахаю. Нет, щука тоже хорошо. Да? Я раньше... Мы жареная, она вкусная. Она сухая же, вся жареная. Она, наверное, как типа хека? Нет. Это хека, она часиковая такая рыба, кусочками. А это такая нормальная рыба, как судак. Ну, судак вкуснее, конечно. Ну, как похож на судак. Судак же тоже сухой, да? Да. И это самое. А как Маринка, такой зубкой, такой рыбы нет? Завтра на рыбалочку собираемся. Желез есть? Учитесь. Деда бабе подарил лилию, в воду залазил, чтобы подарить ей такой красивый цветок. Ё-моё, батя, красавелла, ё, вот это да, красавчик. Давай, фотографировал, видео сниму. Ё-моё, нарыбачили сегодня, батя. Да. Пап. Хороший улов. Как вам улов сегодня? Пойдет. Отлично. Ё-моё, сазанов. Сазанчики. Карасики. 3-4, давай. Ага, 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday, Саша, to you. А радости-то у него полные штаны. Хозяевам этого дома надо пожелать. Крепкого здоровья. Всем нам крепкого долго, здоровья. Да. Ну, давай, да. Деда, я хотела тосту. Смотрите.
Как и синтуги, мам? Пап, как водичка? Это 17-й, видишь? Батя! Поющие фонтаны. Астраханец был. Едем с минеральных вод домой. Остановились на поле похрепать. Не так, не вкусно. Семена это твои. Местные семена. Надо другой арбуз взять. У нас это. Остановились по дороге домой. Между после Элисты. До Астрахани 300 километров. Перекус. Не рада. Вот в таком месте. Еще походу порыбачим. Нет. Я вот такой вижу. А зачем я гурец взял? Подожди, я все не могу вот. Здесь приличная глубина. Вот это места запомните. Что за гигант это? Бухало, бухало. Ё-моё, конкретный, погляньте. Вот мы, добыча за сазаном. Все быстро. Потихонько, не торопитесь. Ага, не торопитесь. Измотается. Мотай. О, зацепили вторую. Не тяни. Ничего. Тяните как ничего, есть. Ничего. А я не вижу. Что? Спокойно дышим. Да, измотаемся. Подождите. О, далеко вы закинули. Нет, он никуда не тянется совсем. Папа, спокойно. Потихонечку, он пока еще легко. Я его не вижу что-то. Вот он, вот пошел. Вот крупный. Не вижу я его. Вот он. О, какой сазан. Тихо, Саша, тихо. Натяжку надо тянуть. Папа, держи просто спокойно. Держите, не тяните. Просто сейчас держи. Он останется. Теперь потихонечку еще натягивайте. Еще. Подождите. Он в садок не влезет. Влезет. Ну, как-нибудь уж сюда толкай. Спокойно. Потихонько. Не крутите. Просто держи, бать, ближе подойди. Стой спокойно. Ага. Куда ты далеко ушел? Ничего не трогай, просто спокойно держи. Не говоря.
Не крутите пока. Просто держи вот так. Ага, да. Теперь потихоньку. Сейчас он немножко остынет. Сейчас он устанет чуть-чуть. Да. Теперь чуть-чуть подкручивайте. Снимаете вот? Да, снимай. Надо еще поближе встать, походу. Да, конечно. Подкручивай потихонечку. Потихонечку подкрутите. Все. Остановитесь. Вот садок-то не влезет нифига, ё-моё. Ничего, голову затолкай. А как я его? Ну, как-нибудь толкай сейчас. Подожди, стой. Потихонечку. Подкручивайте. Спокойно, держи натяжку. Держите, не отпускайте. Вот так, ага, сейчас спокойно, он немножко потрыгается. Давайте подкручивайте чуть-чуть. Потихоньку. Подкручивайте, чуть-чуть подкрутите. Во. Потерпите. Теперь еще чуть-чуть подкручивайте. Голову подними ему. Стойте, замрите. Папа, это долго, успокойся. История долгая. Успокойся. Саша, ты руку сейчас поломаешь себе. Держи, сейчас уходи. Саша! Вот так. Ну, это сознание. Подождите. Саша, ты весь мокрый. Все, рыбалка закончилась, едем домой. Подождите, мам. Мама, так не делай. Он тяжелый, во-первых. Мам, ты не удержишь его. Держите! Зажабри. Ты зачем туда лезешь? Он его обнял, как своего. Чего ты зажабри? Держите! Стоять! Мама, стой спокойно. Вся семья обнимает рыбу. Папа, мама. Отпустите. Спокойно. Вы на нее сели, она уже сдохла. Мам, ты своей жопой задумай. Конечно. Ой, мамочка. Подождите. Мама, нужно и помочь. Пап, помоги. Нет, сачок не помоет. Сейчас. Давайте, я руку маме, дай. А что, нет, я и стану. Вставайте, самое главное, встаньте. Они удержат. Куда вы? Сюда вставайте. Нет, я могу. Нет, давайте, вставайте. Идите в сторону. Видишь, он крючок где? Вот он, да. Крючок, видишь, я чуть на крючок не села. Нет, он туда воткнулся, внутрь. Это просто торчит кончик. Саша, есть шаг. Вон там стоите все. Нет, он сюда не поместится это... в садок. Нет, папа, он не поместится в садок. Крючок, мы же пытались. Вытащить надо. Крючок вытащи. Баба Люда, давай. Такой снимай. Маленький крючок, смотрите, зацепился. Ларис, ты снимаешь? Снимаю. Вот интересно, как он мог зацепиться? Стенку сделаем. Пап, ты вообще мастер на такой маленький крючок поймать. Мы же говорили это. Рыбалка дня. Да? Такого сазана поймать вообще. Блин, у него порвалось этот. Ну, все, я отпусти. Он сдох уже. Отпусти. Не сдох. Он притворился. А что порвалось-то? А сейчас жабры вывернули ему. О, мой, это что такое? Целая свинья. Мамочка. Да вы вообще втроем на нее сели. Она уже сдохла на 1000 раз. Она сдохла, она надушит. Это вообще анекдот. Ну, ты что, я никогда еще не видел так. Да. Вот это батя мастер. Не говори, вы что, не ловили такого никогда? Никогда. Нет. Здесь нет, батыра, конечно, есть большие. Ё-моё! Саша, он писал, сфоткай. Ой, вот фотографируй. Фото теперь, Ларис. Такая красноперка. Плавнички красные, как на золотой рыбке. Как на золотой рыбке. Сколько раз желаний загадала.
Вот такая красноперочка. Вкусная, хрустящая. А еще на природе, еще с корейским соджиком. Соджик под этим. А еще... Постойте, ничего, пап. Как идет, так идет. Вот, мы добыча за сазаном. Все быстро. Потихонько, не торопитесь. Ага, не торопитесь. Измотается. Мотай. О, зацепили вторую. Не тяни. Ничего. Тяните как ничего, есть. Ничего. Во. А я не вижу. Что? Спокойно дышим. Да, измотаемся. Подождите. О, далеко вы закинули. Нет, он никуда не тянется совсем. Папа, спокойно. Потихонечку, он пока еще легко. Я его не вижу что-то. Вот он, вот пошел. Вот он. О, крупный. Не вижу я его. Вот он. О, какой сазан. Тихо, Саша, тихо. Натяжку надо тянуть. Папа, держи просто спокойно. Держите, не тяните. Он останется. Теперь потихонечку еще натягивайте. Еще. Подождите. В садок не влезет. Влезет. Ну, как-нибудь уж сюда толкай. Спокойно. Потихонько. Не крутите. Просто держи, бать, ближе подойди. Стой спокойно. Ага. Куда ты далеко ушел? Ничего не трогай, просто спокойно держи. Не крутите пока. Просто держи вот так. Ага, да. Теперь потихоньку. Сейчас он немножко остынет. Сейчас он устанет чуть-чуть. Да. Теперь чуть-чуть подкручивайте. Снимаешь? Да, снимай. Надо еще поближе встать, походу. Да, кажется. Подкручивай потихонечку. Потихонечку подкрутите. Все. Остановитесь. Вот садок-то не влезет нифига, ё-моё. Ничего, голову затолкай. А как я его? Ну, как-нибудь толкай сейчас. Подожди, стой. Потихонечку. Подкручивайте. Спокойно, держи натяжку. Держите, не отпускайте. Вот так, ага, сейчас спокойно, он немножко потрыгается. Давайте подкручивайте чуть-чуть. Потихоньку. Подкручивайте, чуть-чуть подкрутите. Во. Потерпите. Теперь еще чуть-чуть подкручивайте. Голову подними ему. Стойте, замрите. Папа, это долго, да, история долгая. Успокойся. Саша, ты руку сейчас поломаешь себе. Держи. Сейчас уходи. Саша! Вот так. Ну, это сазан. Подождите. Саша, ты весь мокрый. Все, рыбалка закончилась, едем домой. Подождите, мам. Мама, так не делай. Он тяжелый, во-первых. Мам, ты не удержишь его. Держите! Дожабры. Ты зачем туда лезешь? Он его обнял, как своего. Чего ты зажабры? Мама, держите! Стоять! Мама, стой спокойно. Вся семья обнимает рыбу! Мам, отпустите! Спокойно. Вы на нее сели, она уже сдохла. Мам, ты своей жопой задумай. Ой, мамочка. Подождите. Мама, нужно и помочь. Пап, помоги. Нет, сачок не помоет. Сейчас. Давайте, я руку маме, дай. А что, нет, я и стану. Вставайте, самое главное, встаньте. Они удержат. Куда вы? Сюда вставайте. Нет, я могу. Нет, давайте, вставайте. Идите в сторону. Видишь, он крючок где? Вот он, да. Крючок, видишь, я чуть на крючок не села. Нет, он туда воткнулся, внутрь. Это просто торчит кончик. Саша, есть шаг. Вон там, там стоите все. Нет, он сюда не поместится. Это... в садок. Нет, папа, он не поместится в садок. Крючок, мы же пытались. Вытащить надо. А? Крючок вытащи.
Баба Люда, давайте. Такой маленький крючок, смотрите, зацепился. Ларис, ты снимаешь? Снимаю, снимаю. Вот интересно, как он мог зацепиться? Стенку сделаем. Пап, ты вообще мастер на такой маленький крючок поймать. Мы же говорили это. Рыбалка дня. Да? Такого сатана поймать вообще. Блин, у него порвалось этот. Давай, пап, свою добычу. Давай. На весы. Смотри. Сколько? 7 ровно. 7. Ну, минус тазик там 200 грамм, 6-800. Да. Вот это да. Да. А мы должны причмокивать. Причмокивать? Вы, наверное, на природе никогда ни разу не жарили. Мы пожарили, теперь кушаем. Борис, снимай. Я уже снимаю, вы же молчите. Говори. Какая вкусная. Какая вкусная, хрустящая, красная пёрочка в Астрахани. Приезжайте на рыбалку. Вы начали так говорить, он говорит, говори. Ух, какая вкусная. А почему в красноперке костей нет, а? Интересно. Она порезалась? Без костей. Да? Ну, без костей. Без костей. Налить? Давай, Ма. Уезжаем. Завтра уезжаем. Неохота уезжать. Заключительный вечер в этот визит. Папина щука. Мама! Мама! Не надо нам столько. Ты что, опять батя в воду залез? Ничего. Ё-моё, давай. Ничего себе, щуку руками поймал. В Ютубе сделает Лариса фильм и отправим вам ссылку. Ты что, все снимаешь, как мы обнимаемся? По дороге из Астрахани домой в Атырау. Погляньте. Лебеди. А вон, мам, смотри, там какие. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go.